Как установить свою панораму в меню? Ставим такое разрешение для фото. Поле зрения от 80 до 85. Записываем координаты оптимальной точки и сверяем ее двумя командами. Далее по этому алгоритму делаем 6 снимков. Переименовываем их в том же порядке от 0 до 5. Скачиваем образец с описания и в последнюю папку кидаем наши скриншоты с заменой. Добавляем его в папку с ресурс-паками и выбираем в настройках. Готово!